Слушательница из Бельгии Вероники Ковац. Доброе утро, Вероника. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое. Я тоже вначале хотела передать, надеюсь, Максим Шевченко выздоровеет, и всем, кто болеет в России, тоже выздоровление. И второе, что в Индии, вот мой друг, он не попал на самолет, и не получится у него попасть, потому что эти самолеты только в определенные. Допустим, если самолет летит в Новосибирск в связи с узкий радиус около Новосибирска, чтобы не распространять коронавирус, они, значит, те, кто из Уфы или из других мест, они не сажают, и он не попадает по этим принципам. Так что от 4 до 8 тысяч человек в Индии, всех вывезли, наша страна осталась, ребята. И человек не знает, что делать, он не попадает даже по спискам легальным, он не попадает. Сегрегация по месту проживания, скажем так. Да. Ну что, с Вероникой созвонились на самом деле. А Бельгия одна из немногих стран, по-моему, куда мы еще не звонили, во всяком случае мы с Леной, и не спрашивали, как там происходят ограничительные меры, что там делается. Вероника, расскажите нам? Да, прежде всего, что у вас ввели, какие ограничения и запреты? Да, вирус у нас первый появился в начале марта. 8 марта у нас были открыты границы между Бельгией и Голландией. 8 марта мы в Гааге пробежали полмарафона. Вот. Потом начали жесткие меры с 13-14 числа, закрыли границы. И поскольку у нас разные страны в Евросоюзе, каждая страна вводит свои меры. Франция свои, Бельгия ограничит с Францией, Голландией и Германией. И в Голландии последние выходные разрешено было сидеть в кафешках, в Бельгии нет. Поэтому все бельгийцы прыгнули на машине, поехали в Голландию. И голландцы сидели дома, а бельгийцы гуляли по улицам. И мэр такой: что за хрень творится? Почему полно народа, когда мы сказали всем сидеть дома? Вот. А потом, значит, все закрыли. Значит, у нас было одно заражение в Рустхаузе. Это дом престарелых. Здесь очень популярные дома престарелых. И это одно заражение, когда его выявили в течение 2 дней, распространилось на 34 человека. И сейчас, по настоящим данным, у нас получается, значит, 2035 смертей, из которых 619 стариков умерло в домах престарелых. Mm-hmm. Максимальное количество койко-мест для интенсивной терапии, то есть для вентиляции легких, у нас 2293, а интенсивную терапию сейчас проходят 1260. Это по больницам. Не совсем поняла по мерам для граждан. Что сейчас разрешено? Выходить на улицу можно без особого разрешения? Можно ездить на велосипедах, потому что здесь очень популярно. Не больше 2 человек можно ходить. С понедельника открыли парки, и вы можете передвигаться на машине. До этого было запрещено, если у вас есть дети. Мы никуда не едем, мы сидим дома. Вы можете гулять, вы можете ходить, вы не можете стоять. То есть вы можете двигаться там по лесам, полям. А спрашивают цель, например, выхода на улицу? Интересуются, куда вы пошли, в магазин, там, в аптеку? Останавливают людей? Нет, на улицах людей не останавливают. Люди здесь очень сознательные. У нас постоянно идут новости в новостях. И по Голландии, и по Бельгии говорят: люди, не хомячьте, мы призываем вас не хомячить, это не хамстеринг, то есть не закупайте продукты и будьте respectful, то есть поймите, что есть люди, которые, допустим, полицейские, пожарные, да, которые после работы идут, и им нужно что-то покупать. То есть первые 2 дня у нас, когда закрывали 13-14, было такое, что некоторых товаров не было. Сейчас у нас все товары можно купить, и вы говорите, у вас мясо дорожает. У нас мясо подешевело, предлагаю даже там 3 килограмма бесплатно в магазинах, потому что, видимо, они кооперируются с кафешками, возможно, которые тоже закупили продукты, и им надо как-то... Подождите, Вероник, подождите, дайте на этом месте поподробнее. Мясо бесплатно? Приходишь в магазин, тебе дают бесплатно? Нет. Делают такие большие сумки, 6 килограмм, 9 килограмм мяса, допустим, и они пишут, плюс 3 килограмма бесплатно. Понятно, берешь 3, тебе еще 3 бесплатно. Ясно, акция такая. Я понял, напугали, я уже думал, совсем бесплатно раздают. Сейчас бы ты в Бельгию. Да, за мясом. Ну и, наверное, у вас там набирают обороты волонтерские движения, раз такое дело, что и мясо бесплатно докладывают, то все бросились помогать друг другу. Нет, российский менталитет, мы все помогаем друг другу, вот я там, спасите наших в Индии, бельгийский менталитет,
абсолютно другой. Нам ваша помощь не нужна, и, в общем-то, ваши проблемы нам не нужны тоже. Каждый помогает сам себе, каждый довольно... Ну, мне нравится этот взрослый менталитет, не надо вешать на меня ваши проблемы. То есть у них здесь сами службы работают хорошо, поэтому помощь волонтерских, как у нас в России развита, вне государственной организации, которые помогают людям, у них такого нет. А как обстоят дела с тестированием? Насколько сложно пройти тест на коронавирус? Я тест не проходила, и те, которые не в зоне риска, мы стараемся просто сидеть дома, самоизолироваться. Сейчас они выделили 20 тысяч тестов для ростхаузов, то есть для домов престарелых. Всего находится 40 тысяч людей там, в домах престарелых. Вот. В общем-то, ну, тестов, конечно, на все 11 миллионов 400 тысяч бельгийцев не хватает, но они стараются покрыть наиболее рисковые группы. А как быстро делают? Вы не знаете, там, какие у вас данные в стране? Нет, не знаю. Не знаю. Мы сидим дома, ни я, ни мой муж тесты не делали. Нет, mm-hmm. не знаю, как... Каких-то проблем с лекарствами нету, в аптеках все есть, все доступно? Да, санитайзеры, вот эти все средства защиты, есть маски. Да, Вероника продемонстрировала санитайзер сейчас в камере. Да, санитайзеры у нас стоят 12 евро за пол-литра, маски, санитайзеры у нас есть, и я слышала, что в России намного дороже это, не знаю почему. Вот, в общем-то, все есть, да. Ну, надо сказать, что в Бельгии довольно высокий уровень заражения, во всяком случае, зафиксированных да. случаев. На сегодняшний день больше 22 тысяч, при этом тоже довольно высокий уровень смертности, 2000 человек умерли. Вот, при этом больше 4 тысяч человек уже вылечились. Я смотрю на кривую, которая она пока идет вверх по-прежнему, но не так круто, как в Соединенных Штатах, и даже не так круто, как в России, надо сказать. Последние два дня и в Голландии, и в Бельгии идут цифры на спад, но они говорят, что это хорошо, но будьте очень аккуратны, не надо выходить на улицу и провоцировать вторую волну. Да, в Нидерландах поменьше и заразившихся, собственно говоря, но не намного. И чуть-чуть поменьше, чуть-чуть побольше, к сожалению, смертельных случаев на 100, 200 сейчас в Бельгии. А какие прогнозы дают местные власти? Вот у нас вчера заговорили, что, может быть, сократят нерабочее время. Там вот вы наверняка слышали, что Путин с вирусологами общался, они сократят ли нам, а будет ли такая возможность, что говорят в Бельгии по этому поводу? Значит, в Бельгии уже существует правило, когда, вот я тоже работала с КБС, с банком, то есть один день в неделю у вас по договору, вы работаете из дома, у вас зарплату за это не забирают. И во время коронавируса, что сейчас сделали, они сделали один день нерабочий за свой счет. То есть вот мы, ну, люди работают из дома, телеконференции у них, они никуда не выходят, и один день за свой счет они берут. И государство сделало поддержку тем компаниям, которые теряют больше 40% доходов на каждого employee, на каждого сотрудника, человека, который, работника. Да, на каждого работника они выделяют 4000 евро. Угу. Скажите, пожалуйста, а вообще другие меры поддержки какие-то есть? Вот бизнесом, например, индивидуальным предпринимателям, фрилансерам. Мы часто про Германию упоминаем в этом смысле. А что в Бельгии? В Бельгии они снизили налоги. У нас типичный БТВ-налог был 21% и 25%, в зависимости от того, либо ты индивидуальный предприниматель, либо компания. Это налог НДФЛ, который у нас на доход да. физических лиц? Да. Uh-huh. Сейчас они снизили, значит, если это физическое лицо, они платят поквартально, значит, у нас будет в первом квартале 3%, во втором квартале 2,5%, в третьем квартале 2,20% и в четвертом 1,75% налог. Это для физических лиц. Для компаний первый квартал 9% и четвертый квартал 5,25%.
Ну вот, кстати говоря, у нас только что, вот прямо в эту секунду пришла статистика новая по России, по числу заболевших. Хочу вам ее зачитать. 1175 новых случаев, 56 регионов. То есть общая цифра выросла до 8672 человек. Ну, количество новых случаев, оно примерно на вчерашнем не увеличилось, около вчерашнего уровня. Да, и Москва примерно на вчерашнем уровне, что, конечно, еще нам ни о чем не говорит. Статистика не очень большая, там интересно по регионам посмотреть, потому что в некоторых взрывной рост наблюдался. И я сейчас смотрю, там Республика Мариэл, почти 30 случаев, 27. Интересно будет потом проанализировать. Поблагодарим Веронику Кувоц, нашу слушательницу из Бельгии. Спасибо большое. Спасибо, интересно. И, как говорится, stay safe. Вот, а мы через некоторое время, буквально через полминутки, проверим, как вы выполнили